Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале HiDesertInfo, сегодня я покажу, как на наушнике Камиса E6 подключить к любому устройству. Ну что ж, у нас это будет iPhone, и сейчас я вам покажу. Сперва вам нужно будет открыть ваш наушник Камиса, после чего здесь перейти в настройки. Переходим в настройки, в Bluetooth, и здесь у нас должны появиться Камисы. Как видим, они появились, просто нажимаем на них, и... они подключились. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.